привет! С вами канал Лев Лайф, трактор МТЗ-80Л. Сегодня мы выгнали первый раз его в этом году по делам. Не знаю, как меня слышно, я кричу, стараюсь, чтобы, ну, чтобы нормально было слышно меня. Езжу я на нем, не знаю, как права сдал. Один раз я пригнал его сюда. И все, после этого я на нем не ездил. То есть опыта у меня практически никакого нету. Так что если какие-то я ошибки делаю, там, может, что-то мне будете подсказывать. Так что я еще не опытный тракторист. Так что если что, подсказывайте. Поехали, сейчас мы за телегой. Телега 2 ПТС-4. А потом поедем за песком, нагрузим песок и отвезем его на место. Так, что там? Никого нет у нас сзади. Вот, потихонечку еду на 6-й передаче. Вроде бы пока что все нормально, но я думаю, меня видно в зеркало. Привет всем еще раз. Вот, потихонечку едем. Сейчас мучились, заводили то пускач, свечу залило, то, оказывается, у нас баки были не открыты, топливные. То есть соляра не шла по системе. Мучились, качали помпой. Не понимали, что такое происходит, уже поменяли резинку на самой помпе. А потом оказалось, сзади посмотрели, оказывается, у нас просто краны не открыты. Вот и все, вот в чем проблема была. Как вам такие видеоролики, будут нравиться или нет? Так что обязательно пишите, если нравится, то, конечно же, в комментариях пишем и ставим большие пальцы вверх, если вам такие видеоролики нравятся. Так, мы просто широкие, надо маленько там, если машина будет ехать, я думаю, как-то надо будет в сторону маленько прижиматься и пропускать машины. Габариты я особо еще трактора не чувствую. На машине я езжу где-то 2-3 года, где-то так, точно не помню, сколько у меня стаж на вождении на машине. Но на тракторе, я повторяюсь, еще очень мало ездил. Так. Портфель тут у нас. Взял с собой там водичку, все такое. Пить вдруг захочу. По кочкам лучше не торопиться, я так понимаю, потому что в тракторе амортизации никакой нету, только сиденье меня амортизирует. Поэтому надо потихонечку ехать, не торопиться никуда. Сзади там машина, но она туда, в другую сторону едет, нормально. Никуда не торопиться, потихонечку едем. Надо будет закрепить номера вот эти еще на телегу. На тракторе мы прицепили. Так, поворотник. Опа, опа. Аккуратно надо. Все, поехали. Еще сцеплению не привык. Сцеплению к передачам еще не привыкший я. Поэтому все так расторопно делаю, тороплюсь, переживаю. Все-таки большая машина, трактор, поэтому надо быть очень аккуратно. Кого зацепишь, машину какую-нибудь не увидишь. В общем, все это опасно, вот с этим лучше не шутить и все аккуратно делать, никуда не торопиться. Вот мы подъезжаем. Сейчас будем цеплять телегу и поедем за песком.
вроде бы ударяюсь. Так. О. Маленько не хватает. Надо будет чем-то цеплять, наверное. Выдергивать его. Да. Маленечко только надо. Давай. Нормально выдержит она? И она один раз же. А? Попробуем. Потихонечку. Так. Опа. Ну, я открыл уже бока. Ну ты смотри, я потихоньку буду ехать. Я что-то закрылась. Так бы еще в метлу. А? Ну? То песок будет сюда сыпаться. Все, забрали телегу. Еду уже типа по центру. Но это не центр, но просто тут очень много машин ездят. Вот наша телега. 2 ПДС-4. Потихонечку еду.
приехали туда, где продают песок. Вон контора эта. Надеюсь, получится сейчас купить. Потому что уже сколько у нас часов? У нас уже 44 минуты пятого. Так что вон он, газик вроде выезжает. Наверное, можно будет купить. Сюда, да? Грузит. Куда? Че, сколько в итоге получилось? 4 тонны 20. Правда? Один ковш просто вывалил, и все. Здоровый. Я думал, он все, говорит, едет. Я говорю, все, что ли? 4 тонны. Нифига себе. Понятно. Не знаю, попробую, может, это, гидравлику чуть-чуть, может, на бок. Ну, может, получится. Откроем, да. Там надо будет, наверное, переставлять, как с какой стороны, смотря. Понятно. Вот здесь видишь, нет. Здесь нет. Я 3 часа стоял на этом перекрестке. Где светофора нет, ну, в смысле, это. Вот, как он валит, значит, на эту сторону. И, значит, по транспорту надо заехать с этой стороны. Если видишь, за сколько он в эту сторону будет валить. Ну? Чтобы тебе право прижаться вот с этой стороны. Я говорю, на светофоре стоял 3 часа. А что? Ну, не пропускал никто, все едут, 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 едут. Ну. Я стою, стою. Никто меня не пропускает. Раньше повернуть вот здесь, на Красноармейскую, и возле больницы выйти. Лучше так, наверное. Потому что там вообще они не пропускают.
Попробуем. И чё? Шланг потрогай. Трёсся? К рулю на себя. Хватит? Еще можно? Видео подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. И, конечно же, поставите большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Будет еще видео про наш трактор МТЗ-80Л. Так что обязательно подписывайтесь. Ладно, кто смотрел, всем удачи и всем пока.